Дома и стены помогли. Челнинцы стали победителями турнира по волейболу. Он проходил в Автограде, а посвятили его памяти тренера Виктора Паненко, который стоял у истоков челнинского волейбола. Само соревнование уже с богатой историей, оно проводилось уже в 6-й раз, но впервые в статусе всероссийского. В этом году для участия в нем заявились 6 команд. В финале, который состоялся накануне, сошлись команда местного клуба «Динамо» и «Альметьевский нефтяник». Выиграв со счетом 3-0, челнинские волейболисты взяли Кубок Приволжского федерального округа.